Let's go. Все, сегодня последний день ижевской винтовки, и сегодня состоится 3 гонки. Юниорский спринт, мужской спринт почему-то 2-й. Видимо, специально, потому что меня вчера не было на нем. И любительская гонка, так что мы сегодня взяли до 7, и мы сегодня решили какую-нибудь другую работу еще поделать. До 8. Или до 8, да, и решили елочки сегодня посадить, которые на финише на старте. Тут уже раскатываются. Вот, выходим и помогаем. Что, внезапно выпал снег, он до сих пор падает, все заметено, все трассы. Сейчас все будут чистить. И как говорят судьи, все, почему снег не мог еще один день потерпеть. Вот что мы делаем, мы чистим коврик от снега. Нам кажется, что все равно наметет. Вот такую еще движуху делаем на штрафных кругах. Чтобы все было видно. В ожидании начала гонки волонтеры против студии играют в шашки. Напряженный бой. Вот тут все. А, много сегодня работы. Короче, как только по камере показывают старт, сразу выбегают чистить коврики. Это такая система. Сегодня фотографы тут работают еще. Готовимся к награждению. Девушки выносят цветочки. Дали Владимиру на кольцовый бан черезов. Все готовятся к награждению юниоров. Удмуртия наконец на пьедестале в личной гонке. 3-е место у Медянова. Первый Томши. 97-й год рождения, Василий. Омская область, Камчатский край, он сам просил об этом сказать. Поздравляем Игоря! И, дорогие трибуны, я вижу здесь наш флаг. 3-е место в этой гонке. Муховитянов и нас! Удмуртская республика, город Ижевск! Фотографы набросились. Жесть, сегодня проходит сзади. Нашего соревнования. Спасибо. Впечатление, конечно, сегодня была очень тяжелая гонка. А сейчас, и по трассе бежалось очень тяжело. И буквально на последнем кругу пришлось прилечь на подъем. Упал. И вот, но, не знаю, это, видимо, не помешало мне бить то время, которое я проиграл перед последним кругом. И установление ну, все из-за погоды, из-за снега, да? Специально изготовлено почтовое штемпеля, степени, да. Которое является уникальным. Ну, домашняя трасса, в принципе, она волнительна. Да, потому что столько болельщиков, и это, мои, грубо говоря, первые гонки такие, когда такой ажиотаж вокруг соревнований и столько внимания. Всех приглашаю принять участие. А вот для мужчин этот старт стал отборочным на этапы Кубка мира, а для юниоров что вообще значит этот старт? Это тоже отборы на первенство Европы. И то есть сколько там, 5 человек вроде. Вам большое спасибо, друзья. Я вам расскажу, что дождение. Вот второй день, 2 подиума. Как ощущения? Ощущения великолепные. Рад за то, что у меня ничего не болело сегодня в этой гонке, и так же, как в предыдущей. Ну, получал эмоции, получал позитивные массу позитивных эмоций на трассе. Немного недоволен стрельбой, но будем работать. Вот Дмитрий Губерниев постоянно в своих трансляциях упоминает, говорит о тебе, что ты мечешься между учебой и биатлоном. После таких соревнований, после таких результатов тяжело вообще делать такой выбор? Ну, я до сих пор буду метаться, это как бы моя жизнь, моя фишка. Ладно, спасибо большое, поздравляю. До старта, все готовимся. Видите, малышку там. Скажите, они в аксе за моими чулами в аксе. Поехал. Остается любительская гонка, смотрите, что готовят для нее. Сейчас гляну. Мишень. Волонтеры! И малышка Санкт-Петербург! Наконец! Волонтеры! Олимпийский чемпион и победитель 40! 40! Улыбайте вы! Игорь Ижевская винтовка! Хохоты Васильевск, Юграль, город Нижневартов! Победитель призер этапов Кубка IBU!
Представитель, поднимается представитель Ханты-Мансийский Югра, Алтайский край, Сургутский район Ханты-Мансийский Югра. Иван Томилов, мастер спорта. Я созвал все практически регионы, которые помогают поддерживать спортсмена. Иногда это очень снова важно. Всех призеров примерно 40 те регионы, которые участвуют в подготовке, поддержке, и свой родной с чего-то начинал. Иван Томилов, Югра. Вот у нас, конечно, один из центров. Общую фотографию, конечно, обязательно члены редакционного комитета, почетные гости, те, кто помогал в подготовке этого праздника. И Ижевск, дайте нам шума! Эти люди подарили нам сегодня настоящее зрелище, настоящую любовь! Прекрасно, то есть... 0-0-7-7-3-9. Судя по результатам, да. Это есть! С вами есть! Значит, олимпийский чемпион. Это огромная очередь. Автограф 5000. Все хотят получить автограф. Я так понимаю, Дмитрий Малышко. Нет? Ну, вроде как, говорят так. Спасибо вам. Ну что? Ижевская винтовка. Перед стартом автограф сессии у нас, конечно же, розыгрыш. Еще на Ижевской винтовке разыграли призы. И вот он выиграл. Смотрите, что он выиграл. Только что открыл. Работает, смотри. Серьезно? Давай расскажи, что ты чувствуешь в данный момент, что ты чувствовал, когда мальчик вытянул. Я чувствую власть, силу и вообще всего. Вот кому нужен ноутбук? Студенту. Да, все правильно. Алло, Юра, радует выигранным призам. Настя радует. Смотрите, какие прикольные карточки. У Слепого, Малышки, Черезова и Поварницына. Каждый зритель Ижевской винтовки мог такие получить. Уровень. Скоро начнется любительская гонка, уже вечер. И мы увидели, что побежит Иван Черезов, главный любитель биатлона. Таких винтовок будут стрелять любители. Вот такие мишени. А на каком расстоянии находятся мишени? 10 метров. Это у нас тут судьи больше, чем участников. Все, закончилась Ижевская винтовка, прошли любительские старты. Вернемся сюда 27 числа. Будут дети бежать, республика.